Всем привет! Соскучились по новым роликам? Я был в небольшом отпуске, и скоро на канале выйдет мой влог с места моего отдыха. А пока что я подготовил для вас интересную подборку с новинками от Xiaomi, про которые вы не знаете. Это очень интересные гаджеты для любой сферы жизни, так что ролик будет для вас полезным и интересным. Приятного просмотра! И первый гаджет – это у нас замок с сенсором отпечатка пальцев. Понятно, что для опытного вора не составит особого труда взломать любой замок. Исключение может стать только новинка от Xiaomi для велосипедов и облегченных версий мотобайков, оснащенные дактилоскопическим сенсорным датчиком. Интегрированной в корпус защитного устройства батареи емкостью 260 мАч должно хватить на целых 6 или 12 месяцев в зависимости от активного его использования. Кроме того, система распознавания способна различать до 9 разных оттисков, поэтому замком смогут пользоваться все члены большой семьи, что очень удобно. Не страшны этой новинки и осадки, так как она прошла стандартизацию IP65 и выдерживает дождь и снег. Ручной миксер от Xiaomi. Компания продолжает расширять ассортимент, взявшись за бытовую технику. В итоге мы видим в магазине полноценный ручной миксер с 300-ваттной мощностью и корпусом, выполненным из качественного пластика и металла. По аналогии с другой современной продукцией сегмента, домашний помощник получил 6 режимов работы и удобный ползунок для их переключения. Также в комплекте к миксеру прилагаются различные насадки для приготовления всевозможных кулинарных шедевров. Для нормального функционирования этой модели понадобится напряжение в 220 вольт. Ручка-стерилизатор. На хозяйстве всегда пригодится обеззараживающее устройство, особенно если оно такое компактное и удобное в применении, как стерилизирующая ручка от Xiaomi. Приспособление оснащено ультрафиолетовым стержнем, пригодным для нейтрализации болезнетворных бактерий в воде и различных предметах. Выдерживать погружение новинки помогает высокая степень защиты, а восполнение ее заряда можно обеспечить с помощью интегрированного в верхнюю часть рядом с кнопкой питания микро-USB порта. В комплекте к стерилизатору прилагается соединительный зарядный провод и удобный футляр для хранения. Многофункциональный адаптер. Еще один стремительно развивающийся суббренд Xiaomi 90 Fan выпустил гаджет для быстрого заряда разных типов устройства, конструкция которого представляет собой два отдельных блока, соединяющихся друг с другом с помощью вилки. Один из этих блоков укомплектован USB-портом с поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm 3-го поколения, а второй имеет форм-фактор переходника с выпадающей вилкой для соединения. Порадуют вас и такие преимущества, как стильный дизайн, высокая эргономичность и небольшая стоимость. Док-станция для подогрева напитков. Миниатюрная док-станция от команды Xiaomi поможет быстро и удобно подогреть кофе, чай и другие напитки. Максимальная температура нагрева 55 градусов. Это считается оптимальным показателем. Кроме того, платформа пригодна для использования любой посуды, начиная от металлических кружек и заканчивая изящными фарфоровыми чашечками. Работает такое устройство от 220-вольтной электросети. При этом к нему прилагается специальный адаптер и соединительный кабель для подключения к сети. Дезинфектор нижнего белья. Это одно из самых необычных устройств от Xiaomi за всю историю подборок. Это дезинфектор нижнего белья, корпус которого чем-то напоминает рисоварку или мультиварку. В устройстве можно не только высушить вещи, но и избавиться от скопившихся во время носки бактерий. Так в дезинфектор можно положить носки, бюстгальтер и даже трусы. Благодаря нагреву и циркулирующему воздуху нижнее белье высохнет и продезинфицируется. В комплекте имеется отдельная решетка, которую необходимо прокладывать между вещами. Газовый водонагреватель. Немногие знают, но от суббренда Xiaomi Viomi уже можно заказать умный газовый водонагреватель на 13 и 16 литров. В отличие от предыдущего бойлера Viomi, который работал от электричества, этот поможет неплохо сэкономить деньги. Лаконичный дизайн устройства с ярким дисплеем отлично впишется в интерьер любой ванной или котельной загороднего дома. Водонагреватель имеет возможность сопрягаться со смартфоном, просматривать текущую информацию и состояние устройства, а также дистанционно менять настройки работы. Умный робот для мытья полов. Еще один гаджет, про который знают немногие.
Суббрендом компании Xiaomi Bobot выпускается интеллектуальный робот для мытья полов, который не просто двигается по определенному маршруту, а в прямом смысле трет полы по индивидуально заданному алгоритму. Для позиционирования робота в пространстве предусмотрена переносная GPS-база, которую необходимо установить в квартире и привязать робота к ней. Устройство может производить как сухое протирание полов, так и влажную мойку. Для этого в комплекте имеется вторая насадка с резервуаром для воды. Двигается робот благодаря двум модульным механизированным колесам, которые схожи по конструкции с колесами, используемыми в роботах-пылесосах. Недавно на свет появился мегатехнологичный диспенсер для корма животных с Wi-Fi соединением и приложением для смартфона, основной особенностью которого стала возможность тонкой настройки времени и подачи корма через фирменное приложение на смартфоне. Так, например, в зависимости от рациона и диеты вашего питомца, можно выставить от 5 до 50 грамм корма, которые диспенсер будет выдавать вашему любимцу в зависимости от времени. В приложении можно добавить питомца по породе, полу и весу и перевязать эту информацию к графику кормления конкретного животного, если их несколько. Есть уведомления о недостатке корма, низком заряде батареи или отсутствии сети питания. Самое главное, что связь кормушки со смартфоном осуществляется через Wi-Fi и облако, поэтому вся информация доступна на смартфоне из любой точки мира. Так что если у вас есть IP-камеры, можно спокойно уезжать и автоматизировать слежение за питомцем, не боясь, что ему не хватит воды или еды. Благодаря этому избытки корма, которые остались в миске, не будут сыреть и портиться. Резервуар для корма имеет объем 2,2 литра, а в крышке имеется специальное место для силикагеля, впитывающего влагу. Наконец-то появилась умная розетка с голосовым управлением, которая совместима с Google Ассистентом, Алексой и Алисой. Это позволяет сделать умной практически любую бытовую технику и запускать ее в удалении от дома. Радует, что розетка имеет российскую вилку и соответствует европейским стандартам, но самое главное, она понимает русский язык. При наличии нескольких таких розеток можно сформировать целую систему умного дома. Как вам новое устройство от Xiaomi? Я бы хотел все их себе домой, гаджеты реально классные. Что вам больше всего понравилось, напишите об этом в комментариях. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал, мне очень приятно. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски, а также мой влог из Египта. Спасибо, что смотрите меня. Хорошего вам настроения и пока-пока.